В России сегодня отмечают День военного разведчика. Агентурная работа, наблюдение и прослушка – это их специализация. День разведчика – праздник личного состава подразделений Главного разведывательного управления. Его считают своим курсанты, преподаватели профильных высших учебных заведений Министерства обороны. Уже многие десятилетия выражение «я бы пошел с ним в разведку» означает полное доверие к человеку. В день профессионального праздника мы выяснили у клинчан, какими же качествами должен обладать настоящий разведчик. Ой, куда ты такой красивый собрался? Настя, у меня секретное задание. Какое? Мне нужно узнать у наших жителей, с кем бы они пошли на разведку. Ну вот ты все тайны свои выдал. Тебе нужен напарник. Конечно, Настя, без напарника я не справлюсь. Отлично, смывай краску, не будем пугать народ и пошли. Пойдем. Парни, с кем бы вы пошли в разведку? С кем? С ним. А почему? Я ему доверяю. Так, а ты бы с кем пошел? С Леней. А почему именно с Леней? Да он не расскажет тайны. С сильным, умным и бесстрашным человеком пошел бы я в разведку. Настя, ну, по-моему, это все про меня. Смотри, я ответственный, я даже красивый. Я никогда не предам, да и знакомы мы с тобой давно. Ты бы пошла со мной в разведку? Нет, Коль, не пошла, провианта бы не хватило, ты бы всю тушенку в первый день съел. Нужно идти в разведку с лучшим другом, так как я ему доверяю, и он знает, как действовать в опасных ситуациях. С кем бы вы пошли в разведку? В разведку? Да. С вами. Спасибо. Слушай, Настя, я вот хожу, думаю, знаешь, я бы с тобой тоже в разведку бы не пошел. Что начинается? Почему? Настя, ты пока соберешься, пока накрасишься, уже война закончится. Коля, ты ничего не понимаешь. Красота – это главное оружие. Я бы всех врагов наповал бы сразила. Основной параметр – это будет человек, которому я доверяю, который не раскроет основополагающих тайн. Лучше всего пошел бы с собакой. А почему? Она меня охраняла, предупреждала, и никогда она не предает. Я бы пошла в разведку со своей семьей, потому что они самые близкие, самые родные, самые веселые. Ну что, Коля, отличный образ, по-моему, получился. Вот справился ли ты без меня? Думаю, нет, Настя, спасибо тебе большое, ты отличный напарник. Да, а отличный напарник – это залог любой успешной спецоперации.